премия в 200 тысяч тенге и всеобщее признание. Аким Карагандинской области наградил лучших работников медицины в честь профессионального дня медицинского работника. Праздничное мероприятие состоялось в минувшую пятницу во Дворце культуры Горняков. Медицинский работник – это самая гуманная профессия. Такими словами, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов обратился ко всем собравшимся. В честь профессионального праздника во Дворце культуры Горняков по традиции собрались лучшие представители медицины. Глава региона отметил, что сегодня проблемы в системе здравоохранения постепенно решаются. В планах строительства в Караганде здания областной больницы и операционного блока онкологического диспансера. Глава государства всегда говорит о том, что здоровье нации – это основа успешного будущего страны, и это будущее находится в ваших профессиональных руках. И от лица всех карагандинцев я хотел бы поблагодарить наших медицинских работников за милосердие и профессионализм, за верность этой непростой вашей работе. И часто мы ждем от вас чуда, и вы его совершаете. Дорогие друзья! Я с большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть у вас будет как можно меньше экстренных ситуаций и как можно больше благодарных пациентов. Желаю вам прежде всего крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Спасибо еще раз огромное от имени всех карагандинцев. Лучшими специалистами в своих областях стали 8 врачей. Всем им вручены премии в размере 200 тысяч тенге. Среди награжденных и заведующая отделением первой поликлиники города Темиртау Валентина Марченко. Она стала лауреатом премии в номинации «Лучший терапевт». Это, конечно, очень радостно, очень значительное событие для меня в нашей жизни. Но мы надеемся, что мы не сдадим позиции, будем продолжать дальше улучшать наше здравоохранение и нашим трудом, делать все возможное для благосостояния нашего народа. Своих наград нашли лучший хирург Карагандинской области, лучший акушер-гинеколог, лучшая медицинская сестра. Специальная премия акима области в номинации «За верность профессии» в размере 600 тысяч тенге вручена руководителю Центра восстановительной медицины и реабилитации областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова Отану Макишеву. Макишеву Отану, руководителю Центра восстановительной медицины и реабилитации областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова. Уважаемые коллеги, позвольте мне поздравить вас с праздником. Каждому дому счастья, здоровья вам всем. Премия акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году. Как знак высокой оценки деятельности медицинских работников, признание их заслуг по развитию этой сферы в нашем регионе. Награждения чередовались с концертными номерами, подготовленными местными творческими коллективами. А вел церемонию специально приглашенный заслуженный деятель культуры Казахстана Нурлан Абдуллин. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.